Малочек, вы же с ума сошли, что ли? В нашем магазине все продукты свежие. Какой запах? Что там у вас дальше? Придумают же действительно запах. Так вот, что я хочу тебе предложить. Чего? Эдик, я говорю, вот что я хочу тебе предложить. Серег, я не слышу ничего. Офицер! Вали! Да выпустите вы свою музыку! Невозможно! Мы с другом просто хотим поговорить. Ага. За ваши деньги любой каприз. Что? Любой каприз, говорю. Ну, сейчас. О, вот так же гораздо лучше. Танцующих на паузу поставить? Не, не надо, пусть танцуют. Ребят, пока так. Спасибо. Спасибо. Так вот, Эдик, что я хотел тебе предложить? Ага. Беспроигрышный вариант. Так. Домашний. Всегда для женщин.